А знаешь, что самое противное, когда у тебя болит так спина? Ну все, хочет упасть на пол. Прищепочка хочет упасть на пол. Чек из магазина хочет упасть на пол. И еще всякая мелочь какая-то хочет упасть на пол. И теперь ее надо поднимать. А я сегодня с утра, мне было на час идти навстречу. Поэтому я сегодня с утра и цветочки пополивала, в какие подоливала, маленькие принесла, поналивала там, часть водички в них оставила. Я еще постирала с утра. У меня там было немножко постельного, было белье, все это развесила. Прищепочки. Прищепочки любят попадать на балкон. Ну вот попадали, так и лежите там. Потому что ходить все время с вот этими, знаете, как они там, щипцами такими, чтобы все это поднимать, тебя зло берет. И поэтому, ну вот попадали, вот и лежите, пока мне станет лучше. Ой, ужасно. Знаете, вот я действительно зашла за хлебом. То, что я последний раз покупала хлеб, уже не помню когда. Я уже и тот, который у меня в морозильнике лежал, вытащила и начала есть. И поэтому, ну, зашла за хлебом, купила вот такой, цельнозерновой. Только я его как-то никогда этот не брала, написано Фрея называется. А я всегда Плугманс покупала. Этот стоит 4,19, ну, не знаю, попробую, в конце концов, какой он. Зашла за хлебом, потом вспомнила, что у меня кончилось варенье. У меня была баночка варенья, не помню, когда я ее покупала. И я купила такое, которое называется, как бы так перевести, легкая фруктовая намазка. Ну, она тоже из клубники, только здесь, по-моему, не на сахаре это сварено, а может быть даже на сахаре заменители. Или может быть меньше сахара. Сейчас вот я посмотрю. Нет, сахар есть. Значит, 63% клубники, потом сахар, желирующий агент, кислота добавлена, ну и все. Купила баночку. Для чего? Я вообще-то так варенье, знаете, и не очень. Но иногда для чего это надо было. Например, сегодня мне надо было. Вот это лекарство, которое я пью, диклофенак. Кстати, она самой, на самих лекарствах, на пластиночках, написано Вольтарен. Так что я и мазала тут Вольтареном, и внутрь его. И у нас, когда тебе в аптеке выдают, они эти все лекарства тебе в коробочку, потому что тебе не выдают целую упаковку. Там мало ли сколько там в той упаковке будет, или может тебе больше, чем одну упаковку. Они в свои коробочки пакуют, и на коробочке там есть этикетка. Сколько принимать, когда принимать, какой врач тебе это выписал, когда тебе выписали. То есть не когда тебе выписали, а в общем-то, когда ты получаешь. Вот такую дату ставят. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, не очень. Потому что иногда, ну, хотелось бы оригинальную коробочку, там же всякие побочные эффекты описываются. Ну, чтобы ты не получал стресса, пей то, что тебе дали. И на этой же этикетке, которую они сами клеят, там печатают же, они и клеят ее. Ну, я думаю, у вас, наверное, тоже так же, да? Там написано, как принимать, там, особенно вот антибиотики. Там до еды, после еды, с едой. У меня были такие разные. Я когда принимала от Helicobacter pylori, так там было и до еды, и после еды, и во время еды, там ужас. У меня было большое расписание. Ну, неважно. Значит, и на этой диклофенаке я прочитала, там написано выпить вместе с едой с большим стаканом воды. Поскольку я пью рано утром, ну, где-то часов в 7, наверное, и потом вечером где-то в 7. Ну, так вот, два раза получается в сутки, да, два раза там по таблеточке написано. Надо что-то съесть. Да утром я только проснулась, мне есть не хочется. Ну, хочется, не хочется. Поэтому я беру либо кусочек хлеба, либо там, ну, на чем можно намазать. И вот так вот беру и там чайную ложечку намазала такого и съела. И потом таблеточку, и это пошло в себя.
Поэтому для этой цели надо иметь. И либо иногда, если хочется чего-нибудь такого вот там, ну, сладенького хочется, или какого-то такого, чего-то. Или хочется, знаете, а уже чаи все надоели тебе. Вот взяла ложечку, в воде развела там, да еще и в горячей. Получился такой компотик. То есть иногда такое хочется. А, значит, это стоит 5,49. То есть здесь мало сахара. Так, дальше. Что ж, идешь дальше, смотришь. Огурцы, помидоры как бы надоели. Купила вот такой салат из морской капусты. Так, 2,88, тут его 160 грамм. Ой-ой. Наловили морской капусты, нарезали, а 3 доллара, ой, 3 доллара отдать. Сметана кончилась, прохожу мимо. А у меня кончилась вчера сметана. Как без сметаны жить? Без сметаны жить нельзя. Купила 250 грамм, 4,69. Купила. Дальше. Где тут она у меня? Ой. Картошка, которую я заказывала, она у меня закончилась. Поэтому я купила вот 4 штуки. Ой, чуть не упала. А, в кулечек. 785 грамм по 4 доллара, 3,13. Купила. А я иду и складываю это в корзинку. А корзинка такая здоровенная, пластмассовая, довольно тяжелая. И думаю, вот это сейчас так тяжело. Тяжело отнести. Это корзинка тяжелая. Ага. Оказалось, что это не только корзинка была тяжелая, а то, что и в корзинке. Рамстейк. По 27 долларов килограмм, 354 грамма на 9,55. Вот такой рамстейк. Ну а что ж, я же купила этот агрегат, чтобы жарить стейки. Надо купить теперь стейк, чтобы его жарить. Хороший такой стейк, практически нежирный. Купила. Потом, я же еще ни разу там не жарила куриные драмстики. Надо же попробовать, как их жарить. Значит, драмстики по 6 долларов килограмм, 742 на 4,44. В общем, выбрала, ну, я не знаю, самую маленькую упаковку. Ну, вот хотя бы упаковали там по 3 штуки. Ну, мне не надо по 100 грамм много. Ну, ладно, раз уже столько дали, я их замариную, может быть, в соевом соусе. Может, еще что-нибудь туда добавлю. И потом вперед и с песнями туда. Так, 4,44. Ну и проходила мимо. Я забыла, не помнила, съела ли я весь этот свой, так сказать, любимый сыр камамбер. Пока он мне еще не надоел, но начинает уже надоедать. И поэтому я решила его взять, две штучки. А только что посмотрела в холодильнике, у меня там еще есть два. Ну а так вот, знаете, вот вроде ничего, а оно какое-то такое тяжелое. Но я не только это купила. Я еще купила там же в супермаркете, так вот покажу вам. Это я внукам купила, позапечатаю в посылку и пошлю. Значит, это самой маленькой внучечке. Тут конфетки и такой мишка будет. Это внуку конфетки, в Австралию пойдет. А я еще докуплю сюда, ну, что-нибудь такое. Он там в основном машинками увлекается. Может быть, игру какую-нибудь, может, лего. Ну и еще я купила. А, ну это я отдельно покупала. Значит, всего я заплатила в супермаркете. Вот, 72 доллара. 72 доллара и 44 копеечки. И, как вы уже видели в предыдущем видео, кто смотрел, я ж купила календарь. Такой красивый календарь. Отпечатан в Китае, конечно. Здесь вот очень удобно. Здесь показаны все. И когда в школе каникулы, да, в Новой Зеландии. И когда тебе пенсию там должны давать. И написано...
ну, прочие там всякие праздники какие есть. Ну, в общем, как обычно, календарь, да, на стенку вешают. На 2024 год. Я вспомнила, первый раз у меня календарь был настенный. Мама работала в киоске «Союз печати» и принесла мне календарь, такой был в Швейцарии отпечатанный. Ну, получили такой импорт. Такой был красивый. Он такой был, такой формы, только он был такой, раза в 4 больше, наверное. И у него можно было так вот перебрать, то есть как бы на веревочку ты его вешал, и он так вот потом эти можно было листать на 75-й год. Как сейчас помню, такой был красивый. Я потом его много лет использовала. Выберу подходящий месяц, который подходит по этим. Жалко было выбрасывать, там были, знаете, безумной красоты фотографии. Безумной красоты. И я потом выберу на следующий год, на следующий, мне много лет был. А потом выберу подходящий месяц, который там совпадает дни, и использую его. Ну, а этот я купила. Календарь 3,50 стоит. Ну, и вот это. Книжечка. Ежедневную. Хорошая, что маленькая. У меня на этот год была такая какая-то здоровая попалась. Да она ни к чему тебе там. Столько лишнего понапечатано всякого. И столько пустого места остается. Мне не надо там что-то писать на каждый день. А так, заметочки там. День рождения не забыть, там еще какие-то праздники. Ну, да, вот. В общем, купила это $7. Теперь, значит, что я там выходила? Ну, знаете, я все-таки располагала, что с старыганями и работают приблизительно там такие тетеньки или дяденьки подходящего возраста, ну, те хотя бы, которые, скажем, перед пенсией. Я ходила в walk-in income. Walk – это работа, income – это доход. То есть это у нас как бы это государственная организация, которая занимается чем? Безработными, там на работу может устраивать, там дает пособие по безработице, дает по болезни тебе бенефиты. Здесь не пособие, называется бенефит. Дает пенсии, то есть это там, где про деньги, там, где можно идти просить деньги на что-то. Вот я на зубы брала, да, кредит. То есть я оплатила, а потом с меня этими деньгами потом удерживали на зубы, вот целый год. Ну, уже закончила, выплатила. Я, конечно, и не думала, что там вот будут мной сильно заниматься. Ну, тем не менее, не у кого было спросить. И я думала, что такими староганями, как я, занимаются, ну, тоже такие, ну, хотя бы подходящего возраста. Да. Со мной разговаривал такой мальчик, китайский мальчик. Я не знаю, сколько ему лет. Ну, до 25, может быть, где-то там. Знаете, по ним очень трудно определять. Они молодо выглядят. Ну, вот я ему это все рассказала. А он говорит мне, ну, он выслушал меня, все это выслушал. А потом говорит, ну, как бы это не их компетенция таким заниматься. А он меня спрашивает. Основная моя цель была, чтобы меня переселили куда-то, где ровно, где не надо, где нету лестниц, где нету вот этих вот бесконечных заборов и ворот, где машина из супермаркета может подъехать прямо к твоим дверям или там близко, рядом где-то, а не так, как мне надо открывать. Что если вдруг мне захочется вот этот стульчик на колесиках, я тут же нигде не могу не выйти. Не выехать, не проехать. Я ему это все объясняла, он это понял. Я еще и сфотографировала тут, где я живу, показала ему. Он все это понял, ну, сказал, а обращалась ли я в эту организацию, которая называется Housing New Zealand, которая дает квартиры. Я ему сказала, что я обращалась несколько раз. Но они мне объяснили, что они вот этим вот, как бы сказать, как бы обменять тебе на другую, они этим не занимаются. То есть, если ты обратился к ним, они поставили тебя на очередь, когда у тебя нету его этого хаузинга, они тебя поставили на очередь, потом тебе дали, и все. Потом они с тебя только берут эту плату. И ты туда звонишь, в эту организацию, если что-то поломалось,
если что-то надо менять или еще там какие-то, приходят, осматривают, все ли работает у тебя, если что-то не работает, ты пожаловался, тебе пришли, все это бесплатно поменяли. А вот тем, если тебе стукнуло в голову, что надо тебе, если нет каких-то причин. Причины, знаете, какие только могут быть? Например, у тебя там соседка какая-то, алкоголичка, или она тебя не взлюбила, и она тебе отравляет жизнь. Я вот разговаривала со своей знакомой, а ее знакомую, которая здесь жила в соседнем доме, их тут повыселяли очень многих. Вот вы знаете, повыселяли всех, кроме меня. А я хочу, чтобы меня отсюда переселили, а меня не переселяют. Так это, значит, знакомая моей знакомой переселилась в Такапуну, там, недалеко, недалеко. Дали ей там хорошую квартиру, новый дом, все очень удобно сделано. Но у нее какая-то такая соседка, которая на нее, такая островитянка, которая на нее, как бы сказать, наедает. Она чем-то недовольна, но там вроде бы у нее с головой не все в порядке. И был такой инцидент, что это ехала, как бы наша в автобусе, это русская, ехала в автобусе, а та вошла, зашла в этот автобус ее соседка, а эта не видела, как сказать наша, а та подошла и стукнула ей по голове. Так стукнула, что, ну, как она рассказывает, что она ее не взлюбила ни с того, ни с сего. Ну, кто его знает, я не знаю. Ну, в общем, вот по такому поводу, если ты вот на это будешь жаловаться, тебя могут переселить. Либо, не знаю, соседку отселяют ли в таком случае переселяют, но для тебя это такой повод, который учитывается. Учитывается. Или может тебе там сосед по ночам, типа вечерам стучит в стенку. Ну, может, у нее тоже там с головой не все в порядке. Но она вроде как это ж наша только переселилась. И теперь опять ей там дали, где ей нравилось. Ну, в общем, не знаю. Вот такая причина. Еще тебя могут переселить, если им это нужно, хаузингу. То есть, если по какой-то причине тебя хотят, они хотят по какой-то любой причине тебя переселить. Может, этот дом будут ломать, может быть, на ремонт его будут ставить. Может быть, поскольку мою квартиру государство арендует у хозяина, хозяин не продлит эту аренду, тогда по этой причине тогда тебя переселяют. Тебе дают выбор, ты там выбираешь, твое пожелание учитывается, если это по их необходимости тебя переселяют. На улицу не выкинут. А у меня другое. Ну, у меня на следующей неделе я пойду к доктору. Так вот, закончу еще с этим переселением. Я ж неоднократно обращалась. И меня даже в один прекрасный момент поставили на очередь трансфер, называется трансфер, то есть переселить тебя в другое место. И когда меня поставили на очередь, это было в 2014 году, они мне сказали, мы будем вам каждые 2 недели звонить и, так сказать, там спрашивать, надо ли тебе это до сих пор, и может даже что-то предлагать. Значит, они меня продержали 3 года на этой очереди. Один единственный раз за это время позвонили с каким-то таким небольшим предложением. Они там звонили несколько раз, никакой там не 2 недели, там, не знаю, за 3 года, если раз 6 позвонили, то это хорошо. Они мне только звонили, спрашивали, вот куда вы хотите переселиться? Вот туда, 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 в такие районы. Хорошо. Опять, куда вы хотите переселиться? Я ему уже начала говорить, так у вас же записано там. Вот там, куда записано, туда и хочу. Один единственный раз позвонили, и какое-то что-то мне там предложили какое-то. Но они так сказали, вот там у нас есть такое студио. Студио это что? Это одна комната, в которой все. И кухня, ну, сами знаете. Какое-то где-то студио, и причем совершенно в таком районе, который мне 300 лет не надо туда. А я ее спрашиваю, это что, предложение? А отказаться, если тебе делают предложение, ты не можешь по безуважительных причин. Надо иметь уважительную причину, если тебе делают предложение, надо иметь уважительную причину, какую-то такую, которая может быть учтена там. Тебе по здоровью не подходит, или еще по чем-то не подходит, там, ну мало ли по чем тебе не подходит. А я им спрашиваю, это предложение вы делаете? Нет, это не предложение.
Зачем тогда вы звонили? Я сказала, мне этот район не подходит. Зачем вы мне это предлагаете? Ну, она отвяла от меня, эта тетка. С таким предложением, типа. А потом проходит какое-то время. Наверное, с год прошло. В общем, 3 года они меня продержали так. И я получаю письмо, что мы тебя с очереди убрали, потому что ты не нуждаешься в хаузинге. Здрасте. Так а я у вас и не просила хаузинг. Я и не нуждаюсь в нем. Я просила меня перевести в другое место. Ну, в общем, я, так сказать, не сложила руки, подождала какое-то время и потом поехала в их офис. Поехала в их офис. Их тут много разбросано везде. Ну, поехала в какой-то, начала там это объяснять ситуацию. А она мне говорит, Ангина, островитяне работают. Она мне говорит, ну, у тебя неуважительная причина, а у меня была причина, я хотела как бы, поскольку я осталась одна, я хотела бы быть поближе к дочери, где-то там рядом, ну, чтобы в случае чего она могла быстро подъехать. Она мне говорит, это неуважительная причина. Я говорю, какая причина уважительная? Она говорит, ну вот, например, у нас есть такие вот, жили в квартире, и кто-то из этой семьи повесился в этой квартире. Она сказала, мы даже таких не переселяем. Хотя это как бы уважительная считается причина. Ну и все, на этом закончила. Потом, значит, у нас здесь много таких квартир было, как моя, который хаузинг арендовал, было много-много-много. Вот здесь, во всех этих домах вокруг. Наш новый property manager, это типа управдома, ему это не нравилось, и он хотел, чтобы здесь квартиры принадлежали только хозяевам, и чтобы здесь вот только сдавали, знаете, у нас же как, квартиры сдаются здесь, и можно снять на несколько дней, можно снять на неделю, и можно на несколько месяцев, и на несколько лет, вот, и он решил всех повыселять отсюда, по возможности. И очень многих выселили. Но меня не выселяют. Почему? Потому что у меня не закончился срок договора между хозяином этой квартиры и хаузингом. Этот срок договора закончится в 2025 году. А последний раз он закончился в 2020. Они там между собой договаривались, хозяин и хаузинг Нью-Зеланд. И продлили еще на 5 лет. А он хотел продать эту квартиру, потому что хозяин этой квартиры живет в Австралии. Он хотел продать, приходил сюда агент по продаже, хотел продать, приводил сюда покупателей, но никто не купил. И хозяин продолжил этот договор на 5 лет. Поэтому как бы по этой причине они меня договор еще 24-25. Ну, практически еще, я не знаю, когда там, ну, наверное, вот в начале 25-го года. В общем, года полтора еще как минимум. Ну, а дальше будет видно, будет ли хозяин дальше это продлять, или там все-таки он решит продать. Вот так вот. В общем, я вам, так сказать, доложила. На чем мы закончили? Закончили на том, что он сказал мне этот мальчик. Он сказал, что у нас в офисе walk-in income, где я была, там, где про деньги. Он сказал, у нас есть человек от хаузинга, но он сегодня не работает. И этот мальчик, с которым я разговаривала, поговорит с этим человеком, расскажет мою проблему. И этот человек потом более компетентно расскажет, как это, что может быть, и каким это образом может все-таки можно сделать, и потом этот человек... Ну, может быть, мне позвонит. Но он вроде бы должен мне позвонить с каким-то результатом. Еще он мне сказал, дал мне номер телефона, написал вот здесь вот. Это, он сказал, ну, такая организация, концерн. Такая организация для таких вот, как я, возрастных, куда можно обратиться со своими проблемами вот этими. То есть, может быть, мне надо было сразу в эту организацию обращаться. На чем я остановилась? Теперь я остановилась на том, что я подожду, пока мне
позвонит тот товарищ, или там, я не знаю, кто там, женщина или мужчина, кто там этим занимается. Что они решат, как они могут мне помочь. То есть дождусь этого звонка, посещу своего доктора на следующей неделе, мне надо получить свои рецепты, и посмотрю, что там дальше, и позвоню в эту же организацию для старичков. Еще я поговорю с доктором, что там покажет мне это рентген. И я попытаюсь у доктора взять письмо. Вот когда я становилась на очередь вообще на эту квартиру, я брала от доктора письмо, что я по здоровью, я еще была тогда с младшей дочерью, что я нуждаюсь, и так сказать, и этот доктор дает тебе такое письмо. То есть, которая учитывается, когда ты становишься на очередь. Вот. Ну, а теперь я попрошу у доктора такое, чтобы она мне какое-то письмо написала, что так и вот так, что у меня там проблема с ногами, мне надо там ходить по-ровному, а не ходить по горам, и тем более, чтобы не было этих ворот, не было этих лестниц, потому что и скорая не может приехать. Вот. Не знаю. На следующей неделе я буду этим заниматься, а там дальше будем посмотреть. Это ужас какой-то. Так я говорю тому мальчику, что я согласна на меньшую, мне не надо двухкомнатная квартира. Я когда остановилась, когда меня ставили вот там на 3 года, что меня продержали, я им говорила, что я согласна на меньшую. Тут же есть и меньшее даю. То мне не надо такую большую квартиру, это ж нам-то на двоих давали. А квартиры здесь даются так, и вообще и в доме везде так считается. Значит, каждому по спальне, на каждого человека в семье по спальне, плюс еще одна комната, то есть общая. И поэтому нам с дочкой дали каждому по спальне и плюс общая комната одна. Ну, а теперь мне надо меньше. Я согласна. Потому что из той комнаты у меня уже такая получилась, как сказала одна зрительница, кладовка. Ну, вот так. Ужас какой-то. Я не знаю, можешь ли ты сам поменять, найти кого-то, с кем-то. Я этого не знаю, и я не очень это думаю, что это можно сделать. Ну, может быть, кто это очень хорошо это знает, может быть, он это может сделать. Вот так вот. Сегодня я посетила этот офис. Ой, посетила. Теперь вот надо встать со стула. Теперь я думаю, как мне встать. Ой, встала. Знаете, оно так полезно побегать. Оно так лучше себя чувствуешь. Оно так. Все эти суставы поразминались, пораскрутились в разную сторону. В автобусе тебя потрясло. В общем, такой получился массаж. Ну так, всего вам доброго. А я пошла сейчас, лягу в кроватку и полежу в кроватке, потому что я устала сегодня. Ужасно. Пока.